У СТБ что-то не пошло, бой не задался. Толком ничего не надамажил, не настрелял кучи фрагов, но вот ВБР вдруг внезапно стал на его сторону. Что же произойдет дальше? В продолжении этой передачи. Здравствуй, мой дорогой зритель! Тебя приветствует сантехник и 18-й выпуск передачи «Вот это да!» Самой положительной передачи по миру танков, ибо я тщательно отбираю реплеи, которые могут понравиться, ну, если не всем, то большинству они придутся по вкусу, чтобы вызвать положительные эмоции, чтобы вызвать, может быть, в каких-то моментах улыбку, что в каких-то моментах, ну, какую-то даже такую дрожь в руках, ну, надо же такому случиться и так далее. Вот. Ну и пока наша 62-ечка тут разминает команду противника, я хочу напомнить, что эта передача выходит только за счет зрителей. Сантехник себе в карман ничего не берет. Спасибо вам, ребята, что перечисляете средства для того, чтобы мы могли выдавать голдовые призы победителям этой передачки. Собственно, победителей вы выберете сами. Голосовалка будет в группе ВКонтакте именно под этим видео. Итак, поехали. 62-ечка, как ни старалась, как ни набивала урон, набила тут уже 3200, как бы не стыдно, достаточно такой неплохой урон, и бежит быстренько на спасение последнего союзника, но, к сожалению, не успевает. И здесь ее встречает целое огромное стадо красненьких. 62-ка врывается, потому что понимает, что как только они нападут все вместе, тогда будет уже поздно. 261-й рикошет ББшкой практически в упор. А вот и тот самый Леопард, который огорчил нас самым первым своим выстрелом, которого мы так и не добили, и который нанес нам первый урон. Шотный батчат отправляется в ангар. 261-й, твоя очередь. Так, прекрасно. Просто какая-то везуха сегодня. Три фрага буквально за несколько секунд. Ага, вот и батчат убегает. Батчатик, ку-ку, подожди, куда же ты, малыш? Ты наверняка на перезарядке, раз ты так бодро пытаешься улепетывать. Значит, надо тебя догнать и покарать. Так, осталось трое. Кстати, я забыл сказать, что это была ситуация 1 в 7. 1 в 7, ребята, 1 в 7. И здесь нам встречается Яга. Ну, скажем, такой очень грозный соперник, тем более на дистанции вытанковываем башни его снаряд. Просто это какое-то невероятное и везение, и скилл. Очень удачно 62-ка уворачивается. Стреляет вот здесь в каток, ставит его на гуслю, выигрывает буквально какую-то секунду. Но Яга все еще на перезарядке, это дает нам какое-то время. Следующий выстрел неудачный, не удается поставить его на каток. Но тем не менее, неповоротливая Яга, не прикрытая другими союзниками, ничего не может сделать. И здесь уже заезд в корму и дело техники. Разбираем ее просто по перезарядке. Отлично, осталось двое. Где же вы, ребятки? Где же вы, ку-ку? А, вот они, товарищи Берунги. Они приехали брать базу. Это при ситуации 1 в 7. Они поехали брать вражескую базу. Ну что ж, ребят, вас надо за это наказать. Надо вас за это наказать. К сожалению, уже бронебойно-подкалиберные закончились. Остались только голдовые. Ну, неважно. Тем лучше, тем проще будет пробить в башню ФВ-215Б с хорошей, кстати, статистикой. Ну и что ж, остается последний Е4, грозный соперник. С ним так просто не получится. Тем более, что он прячется за трупиком своего союзника на ФВ-215Б. 62-ка долго не решается, что же сделать. Здесь высовывается, пытается развести на выстрел в башню себе. Башня-то крепкая, но пушка не опускается, чтобы пострелять по противнику. Он прячется за трупом, совершает катастрофическую ошибку, потому что 62-ка в этот момент врывается. И прикрываясь тем же самым трупиком своего убитого противника, врывается вперед, снова рикошет через башню. Это просто ВБР, это просто везуха. Ну и дальше заезд в корму, и по ДПМу уже соперника здесь разобрать ничего не стоит. Это самая красивая медаль Колобанова, которую я видел в последнее время. А
а следующий реплей полностью посвящен 90-ку, который дамажит тут и как-то где-то подсветил, где-то продамажил. Вот здесь тут Иса поставил на каточек, тут настреливает ему, ну, правда, не дают ему этот фраг забрать. Кое с чем это будет связано в конце. Поймете, что к чему. Дальше 90-к после перезарядки ловит на гуслю еще одного дедушку. На этот раз Иса третьего. И не дает ему уехать. Тот чинится, пытается уехать, но нет, ты слишком далеко выбрался, дружище. Лови в каток, и барабан целиком от 90-ка отправляет его в ангар. Ну что ж, неплохо. После этого 90-ик перезаряжается, добирает еще один фраг там в виде шотной сушки, заезжает в корму противникам и раздает им тут по щам, что называют, ну правда не по щам, а по мягким местам. Ну, собственно, какое это имеет значение? Итого у 90-ика уже 4 фрага, но то ли еще будет. Он едет вперед, встречает 54-ку, подсвечивает ее, союзники ему набрасывают, ну в смысле 54-ки, и ему удается ее добрать. 5 фрагов в кармане, казалось бы, ну, неплохо, бери 6-го. Но вот дело в том, что противники уже закончились к этому моменту. А у 90-ка есть такая неприятная особенность. У него не задирается пушка, он не может пострелять по комету, который расстреливает его с горы. И он и так, и сяк, и пока он тут катался, ездил, соображал, как сделать, чтобы поднять клюв и пострелять по комету, комет такой вот мерзавец взял и заехал за горочку, а это значит, что его никак не достать. Но союзники вступаются и говорят, ну, давайте дадим воина 90-ку, ни с того ни с сего. Обратите внимание, сколько союзников будет держать одного комета для того, чтобы дать воина тому, кто его, ну, прям скажем, заслужил. Пишут в общий чат, типа, комет, иди к воину. Это намек на то, что 90-ик сейчас получит медальку. Обратите внимание, вот, союзники стоят, держат, никто не стреляет. Единственное, что 32-й там шот дал по комету, ну, специально, чтобы 90-ик ворвался и одним ударом отправил комета в ангар. И они все это время, пока вот он там с этой низинки подымался на горочку, все это время стояли и ждали. Блин, ну классно же, когда у тебя в команде вот такие вот союзники, когда они не пропустят, не оставят тебя без медали, если ты ее реально заслужил. А это тот самый эпизод, про который я говорил в начале. Бывает такое, знаете, выходишь в бой, все вроде правильно делаешь, не подставляешься, выезжаешь там, где нужно, стреляешь как положено, сведешься, все хорошо, но вот не летит, вот есть такое понятие, как не летит, и вот у СТБ вообще никак не летит. Он вроде бы дважды стрелял Е5-му в борт, но никак. А зато Е5 не промахнулся, он с вертухи дал СТБшке по щам. Но смотрите, что происходит. Двое на захвате союзников стоят, и вроде бы сливной бой превращается в победу. Да, это победа, все здорово, но на захвате убивают сначала одного, а потом убивают и второго. И СТБ остается один выживший в этом бою с захваченной базой. Ребят, это медаль Колобанова. Пожалуй, самая смешная и нелепая, но это реально медаль Колобанова. А вот вам еще одна угадайка, чтобы вы не заскучали. Смотрим. Арта сводится на вражеского Е-75-го. Сводится. Е-75-й никуда не уезжает, он не двигается, он даже не догадывается, что арта в него прицеливается. Вот она уже поставила маркер. Вот она, наконец-таки, отправляет в него снаряд. Выстрел. И как вы думаете, что произойдет дальше? Ваши варианты. Убьет все-таки Е-75-го артиллерия или не убьет? Промахнется? Недолет? Перелет? Или может быть что-нибудь еще? Ваши варианты? А этот эпизод, пожалуй, один из претендентов на победу. Это называется командная игра. Ну, обратите внимание на то, что 34-85 заехал в круг захвата базы при равном счете. Сюда приехали союзники, но тут, как сказать, такие союзники не очень. Понятное дело, что сейчас их пересветят и всех тут расстреляют. 34-ка понимает, что его, скорее всего, пересветят, поэтому он прижимается к трупику союзника и
Помощь последовала из ниоткуда. Сюда приехал огромный стальной шкаф в лице японского тяжа, который понимает, что вот уже еще один противник уничтожил союзника. И вот последние два союзника, которые катаются перед нами, они сейчас тоже последуют вслед за ними, потому что, ну, никто не может пересветить, никто из них не является каким-то зорким. И японец закрывает с собой 3485, который уже достаточно приличное количество захвата базы сделал. Он понимает, что это единственный способ сейчас победить. Мало кто способен на самопожертвование ради победы, ради классной командной игры. Игра-то командная, но об этом периодически все почему-то забывают. Вот и последний союзник отправился в ангар, но 34-ку из-за такой баррикады выкурить крайне непросто. Да, он пытается перестреливаться и делает это напрасно, хотя уже совершенно понятно, что достать его здесь будет, ну, очень сложно даже фугасным снарядом. Противники пытались это сделать, но у них ничего не вышло. База захвачена, медалька Лобанова 34-ки и респект и уважуха японскому тяжику. Далее по плану у нас елочка. Елочка просветила противников и вернулась на базу, чтобы сохранить союзную артиллерию, защитить ее от нападков вот таких вот светлячков. Но, честно говоря, речь-то, собственно, не об этом. Вот тут Е-25 тут еще атакует, он еще Е-25 тут набрасывает. Ну, итог, короче, этого боя состоит в том, что елке удалось кое-как отразить атаки противников. Несмотря на то, что это достаточно слабенький танк, ну да, у него мощная пушка, но у него не ворочается башня, фактически это ПТ-шка, можно сказать, с не очень хорошей, с не очень точной пушкой. Не удается спасти артиллерию, но удается отбиться от Е-25 при помощи союзников, конечно, не без них. Но, собственно, когда я смотрел этот реплей под конец уже, я просто ржал как лошадь, потому что то, что вы увидите дальше, ребят, ну, это так, чисто напоржать. Тут мои комментарии даже попросту не нужны. Следующим нашим героем становится Е-50М, который спасает своего союзника, причем дважды. Обратите внимание на 215Б-183, который, собственно, и записал, прислал этот реплей. Здесь три противника.
215B183 заряжен и пытается прицелиться, но его поставили на каток и не дают съехать. Е50М съезжает вниз и убивает со взводного 215-го, который его гуслил, тем самым отвлекает его и дает возможность 183-му съехать с катка. Проезжает вперед и дает ББшечкой такую красивую плюшечку 215-му, который его гуслил, но тот его ловит вновь. И здесь, возможно, я взял не очень правильный ракурс, здесь не видно, что у 183-го пушка просто тупо не опускается на 215-го. Но 50М вместо того, чтобы добить выстрелом противника и тем самым забрать себе таким образом фраг, решается на таран, потому что он видит, что 215-й мог добить союзного 183-го. Это многого значит, на самом деле это очень интересный эпизод, когда союзник четко знает, что он делает, что он спасает своего союзника, своего сокомандника. Это всегда очень и очень приятно. Следующий эпизод предназначен специально для артохейтеров. Им, я уверен, понравится. Это подарок для них. Ну что ж, давайте посмотрим. Королевский тигр подбирается к вражеской базе. Ну, скажем так, не самая лучшая ситуация. Счет 8-11, то есть проигрываем. Вот здесь светится вражеский борщ. КТ пытается его выцелить от башни. Но дело в том, что у противника 3 арты. И они не дадут безнаказанно выцеливать борща, тем более в таком месте, в открытом, где арта закидывает, больно закидывает. Вторая промахивается, сбивает гусеницу, третья попадает в борт, орудие покритовали, короче, полный пипец. Ну что ж, по маркеру, выстрел. Первый пошел, так, второй маркер, это который сбил гуслю, кажется, который не нанес урона. По маркеру еще раз, наверное, промазали, да? Ой, блин, эта ФВшка заколебет. Так, ну давайте попробуем еще раз в это место выстрелить. И... о, да, две артиллерии. Две, причем вторую он попал дважды. Дважды попал во вторую. Можете себе такое представить? Вот это удача. Без засвета, ну это реально три выстрела. И каждый на $1 000 000. Это просто не имеет никаких сомнений. Ну и дальше карма начала налаживаться. Этот КТ затаскивает бой, и в итоге победа, несмотря на то, что счет только что был 8-11. Смотрите внимательно, не хочу даже спойлерить. Борщ занимает, ну, такую очень стрёмную позицию, потому что здесь большая дистанция, перестрелки как бы такие. Ну, в общем, борща засветили, я думаю, что на его месте я бы сменил позицию, потому что его в этом месте ждут. Ну, как бы, когда смотришь на счет, а он уже 4-0, думаешь, что надо бы вылезти и там кому-нибудь там дать по голове. Да, бывает и такое. И уже забываешь про то, что нужно быть аккуратным, нужно там то, нужно это. Нет, он вылазит вперед и ждет противников. Где же они появятся? Ну вот он, появляется противник, борщ стреляет, убивает этого противника. Все вроде бы здорово, сдает назад, и тут его ставят на гуслю. Он чинит гуслю, но оказывается у него поврежден двигатель, выбит в красное. Еще одно попадание, и это продлевает крит двигателя. И далее еще одно попадание. Ну, в общем, вы поняли. Это практически гусля. Но здесь разворачивается суперпешенка. Он видит, что в него, в борща стреляют. И он просто сдает назад. Он закрывает своей броней суперперша. И тем самым спасает его от гибели. И совершенно не важно, что в этом бою борщ больше не смог нанести урона. Потому что с критованным двиглом, понятное дело, никуда далеко не уедешь. А счет уже 10-0. И совершенно не важно, что у этого суперпешенка всего-навсего 44% побед. Потому что у него всего лишь 2000 боев. Он новичок, он только начал игру не так давно, во всяком случае. Поэтому не стоит его за это осуждать. Но факт состоит в том, что когда-нибудь он обязательно научится хорошо играть и будет дальше помогать подобным образом своим союзникам. Приятно, что вот такие вот игроки в нашей игре все еще есть. Я
Я преднамеренно показываю только конец этого боя, потому что середина его была, ну, не так примечательна. Там было все как обычно. Перестрелки, драки там, парочку танканутых снарядов. То есть, ну, все как обычно, все как всегда. Но не стоит забывать, что это бой 9 уровня, и перед нами главный герой на альфа-тапке. То есть достаточно картонной немецкой СТ-шки 8 уровня. Все, что у нее есть, это неплохой ДПМ, неплохая подвижность. Но, собственно, реализовать это все далеко не всегда получается. Корпус не очень, пробивают практически все, кому не лень. Но дело в том, что в данном случае ВБР сошел с небес на землю и случилось что-то необъяснимое. Альфа-тапок приехал на захват. Но сюда же приехали два абсолютно фулловых М103, не взводных, но действуют они практически как взвод. Закрывают, прикрывают друг друга, ну, прям даже достойны этой передачи. Ну что ж, давайте углубимся и посмотрим, что нам преподнесет какой сюрприз альфа-тапок. Итак, он уже сделал несколько шотов по М103, пока тут они разбирались с остальными союзниками. Ему удалось несколько раз 103-х продамажить. И вот он сейчас мечется слева направо. Куда же ему, в кого же выстрелить? И вот здесь он еще раз пробивает М103 и ловит очередной рикошет. Это уже от 32-го, который стоит немножечко подальше. И еще один, ну ладно, не рикошет, в гуслю без урона, ловит от М103-го. Ставит на каток одного из них. Так, еще раз продлеваем каточек. Но здесь второй заступается за первого и отгоняет тапка. А тапок тем временем танкует очередной выстрел от М103-го. Ну, это просто капец. Но почему у меня на тапке не получалось в свое время, на альфа-тапке именно, так лихо танковать? Ну, я понимаю, тапок Б, там броня, там все дела. Но на альфа-тапке, по-моему, его пробивают 6-е уровни. При большом желании. Ну, не говоря уже про М103, которые пробивают все, что угодно. Ну, ладно, давайте посмотрим, что будет дальше. 103 понимает, что нужно заходить с двух сторон, и они, совершенно не сговариваясь, это делают. Тапок решает атаковать одного из них. Ну, бей самого слабого, это закон природы. То есть самого слабого убить гораздо легче. Пока второй объезжает, первый отправляется в ангар. Вот таким вот образом. И таким образом тапок получает преимущество. Ну, тут, конечно, уже лбом так не отобьешь лихо. Хотел поставить на каток, но не вышло. Но, тем не менее, от одного 103-го избавились. А так как КДшечка немножечко быстрее, поэтому у нас есть буквально секунда запаса, чтобы М103-му дать еще раз и спрятаться. В итоге М103 становится шотным. Союзник где-то там болтается, непонятно где. Непонятно еще в каком состоянии и где находится Т-32, который тут, собственно, тоже где-то уже в нас стрелял разочек. Ну что ж, надо как-то загонять 103-го. Так, 103-й стреляет, промахивается, отвечаем ему взаимностью. Кстати, нет, не промахивается. Он опять-таки попал, но это был опять-таки рикошет. Ну, собственно, под таким углом пробить даже тапка будет очень непросто. Ну и, собственно, вот и все. Вот вам и два фульных М103. Так, секундочку. Ну, на базе-то стоим, это, конечно, хорошо, но где-то тут еще 32-й был. 32-й, ку-ку. Ага, а вот и ты. Вот и ты, дружище. Получи снарядик. Очередной рикошет. Это просто подарок судьбы. Это просто какой-то капец. Ну вот здесь, конечно, тапок довернул напрасно корпус так сильно, потому что он подставил прямой угол, это было понятно, что его пробьют. Но, тем не менее, дело сделано. И это красивая победа. Ну и напоследок ответ на вопрос. Что же такого странного в этом выстреле артиллерии? Ну что ж, смотрим. Это был рикошет, ребята, рикошет бронебойного снаряда в другого противника, который отправляет того противника в ангар. Явление редкое, но безумно красивое. Ну что ж, а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и голосуйте за тот реплей, который вам понравился больше всего. Ссылочка на него будет под видео.
Ну и, собственно, в комментах его тоже оставлю. Ну а пока. Пока.